Накануне Международного женского дня в областном выставочном центре открылась выставка картин. Нарисованы они все женской рукой. Одна из авторов работ – непрофессиональная художница, 3 года назад переехавшая в Орел из Донбасса, Инна Фуженко. Это икона «Скорбящая о младенцах во чреве убиенны». Написала я ее, чтобы нанести людям аборт – это страшный грех. Инна пишет маслом. Среди ее работ в областном выставочном зале есть и портрет президента Владимира Путина и схиархимандрита Илия. Кроме Инны Фуженко, на выставке представлены картины еще 8 женщин-художниц.